Генерал Герберт Макмастер будет новым советником по национальной безопасности. Президент США наконец нашел себе советника. После отставки первого человека, занимавшего этот пост, и отказа второго кандидата, администрация Трампа надеется, что третья попытка будет успешной. Я хочу сказать, что это огромная честь продолжать служить своему народу. Я благодарен вам за такую возможность. Я готов заниматься вопросами национальной безопасности и делать все возможное для защиты интересов американского народа. Несмотря на заявление Трампа о том, что его администрация работает как слаженный механизм, со стороны это смотрится совсем иначе. Первый советник по нацбезопасности, генерал в отставке Майкл Флинн, был вынужден уйти в отставку, поскольку ввел в заблуждение вице-президента США по вопросу о своих разговорах с российским послом. Следующий кандидат на эту роль, вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард, сказал, что не может занять эту должность по личным причинам. На выходных президент встретился с четырьмя претендентами на этот пост в своей роскошной резиденции во Флориде, после чего его пресс-секретарь сообщил об итогах встречи в фирменном стиле Трампа через Твиттер. Назначение генерала Макмастера в Вашингтоне встретили с одобрением. Он проходил службу в Афганистане и Ираке и считается настоящим солдатом, который говорит то, что думает. Я думаю, что все обеспокоены гуманитарным кризисом, который происходит на Ближнем Востоке, и связанными с этим угрозами для безопасности. Этот конфликт можно охарактеризовать как круг. Круг невежества и использование этого невежества такими группировками, как Исламское государство, для разжигания ненависти, а ненависть для оправдания насилия. Мы пока не знаем, насколько свободным в своих действиях будет новый советник, первой задачей которого станет смягчение напряженных отношений между Белым домом и разведывательным сообществом.